Через неделю автобус номер 21, связывающий улицу Пригородную с сити-центром, изменит схему движения. Маршрут будет подходить к новому комплексу многоэтажной жилой застройки, расположенному по улице Чехова. Этот микрорайон сейчас активно развивается, и новые линии общественного транспорта здесь необходимы. Начиная с 1 сентября, 21 автобус пойдет по Мира, Седина, Постовой, Ставропольской, Вишняковой, Адыгейской набережной, по улице Чехова, вновь по Адыгейской набережной, по Черноморской, Ким, Ковтюха, Павлова, Ставропольской, Постовой, Седина, Пушкина, Красноармейской и далее по маршруту.